когда порой зеленую влюбленную был валеную, то даже часа без нее я выдержать не мог. Как в воду был опущенный, а будучи допущенным, носил за ней в песочнице ведерко и совок. Когда ходили в ясли вы, мы с нею были счастливы, и чтобы память сохранить от той золотой поре, мы закопали фантики в коробочке под стеклышком, под старой-старой вишней в Алёнином дворе. Потом мы стали взрослыми, вовсю махали веслами, и каждый думал, он один на истинном пути. Сходились, расходились, женились, разводились, и все, казалось, сбудется, и счастье впереди. Мы приняли участие в игре, половле счастья, жаль, не дошли до финиша в веселой злой игре. А счастье — это фантики в коробочке под стеклышком, сто лет назад зарытые под вишней во дворе. Потом мы стали старыми, солидными, усталыми, в гостях уже все хуже нам, а дома хорошо. Забыв о днях загубленных, нашли себе возлюбленных, а я вот как не пыжился, да так и не нашел. Был связан дружбой близкою с моделью, да с артисткою, но вспоминал, как правило, под утро на заре, что счастье — это фантики в коробочке под стеклышком, сто лет назад зарытые под вишней во дворе. Да, счастье — это фантики в коробочке под стеклышком, сто лет назад зарытые, зарытые, забытые под вишней во дворе. Сыграем, написал, когда появилась телевизионная передача «За стеклом». Мне тогда впервые показалось, что что-то происходит. Или я с ума сошел, или что-то с миром. С тех пор так все далеко вперед уехало, что это практически детская передача. А песенка осталась. У нас special guest Алена Свиридова.